детство, юности, годы карьерного роста Нурсултана Назарбаева. Сегодня в музее первого президента открылась выставка под символичным названием «Исторический выбор. Начало». Здесь представлены экспонаты из личного архива главы государства. Фотографии, грамоты, свидетельства об окончании Днепродзержинского училища и первый партийный билет. Помимо основной экспозиции можно познакомиться с документальной видеохроникой. Выставка последовательно воссоздает исторический фон, на котором формировалась личность лидера нации. Любой желающий сможет посетить выставку до 27 января следующего года. Я увидела заметки о нем как о хорошем металлурге, когда он еще студентом был в училище в Днепропетровске. То есть вот эти вот все заметки, мне кажется, они свидетельствуют о какой-то силе воли большой. Он был не просто отличником, а именно первым среди первых. Он был и отличником и в учебе, и в спорте. Я смотрю, вот в общественной жизни, конечно, раз он был активным комсомольцем. Чтобы в то время сделать себя, нужно было приложить намного больше усилий, чем сегодня.